Всем привет! Меня зовут Валерия Нестерова, я парфюмер и хочу вас пригласить на свой новый интенсив по парфюмерии, который пройдет 6 и 7 декабря на тему «Как разбираться в парфюмах и создать свой парфюмерный бренд». Это будут 2 дня, на которых мы первый день поймем, как все-таки разбираться в парфюмах и освоить основы парфюмерной стилистики для себя, если парфюмерия это ваше хобби, и вы хотите научиться понимать, что там такое содержится в парфюмах, как подбирать для себя парфюмерный гардероб. Либо же парфюмерия это ваше любимое дело, вы занимаетесь продажей парфюма или планируете заниматься парфюмом, продажей. И здесь вам важно уметь коммуницировать с клиентами, подбирать для них парфюмы, парфюмерные гардеробы, быть для них экспертом номером один и транслировать не только купи-продай, а еще какую-то глубину в ароматах. И второй день для тех, кто хочет создать свой парфюмерный бренд, либо интерьерных духов, либо парфюмов, да, для человека. Здесь мы будем разбирать такую пошаговую схему, 7 шагов, как все-таки создать свой парфюмерный бренд, какие шаги важно предпринимать, какие лучше не сливать бюджет и деньги, что нужно сделать, чтобы добиться успеха. В общем, такой интенсив для широкой аудитории, кто увлекается парфюмерией, либо с точки зрения творчества, либо с точки зрения продаж, либо с точки зрения реализации в любимом деле, в любимом хобби. Поэтому добро пожаловать, регистрируйтесь по ссылке ниже. До встречи на парфюмерном интенсиве 6 и 7 декабря.